Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наконец-то сегодня, 31 декабря, здесь, так сказать, в Сандуновских банях собрались три прекраснейших человека, которые за целый год очень сильно устали. Вот. И сегодня мы наш эфир будем вести... Вы подадите голоса, или вы так и будете... Да ты же говоришь. Ты дай нам слово сказать. Вести, вести. Мы в Сандуновских банях. Мы наконец-то вообще... это свершилось. В храме Нового года, потому что в России, ну, по крайней мере, у многих из нас есть традиция 31 декабря идти с друзьями в баню. Мы с Танечкой и Сашей решили не нарушать эту традицию и прийти сюда, в самый центр Москвы, и начать отмечать Новый год именно здесь и провести эфир утреннего шоу «Подъемники», закончить год, подвести итоги здесь. В этом прекрасном, подожди, намоленном буквально банном месте, потому что глубочайшие традиции парные. И вообще, вы чувствуете, как это все происходит? А почему никто не открыл мне шампанское? Александр. Ну, Новый год же. Новый год же, у нас же традиция. Во-первых, подождите, да, сейчас мы, друзья, будем открывать шампанское. У меня нос чешется. Вы все это увидите, если сейчас вы не можете нас слушать, а можете только видеть, заходите на сайт наш.ру, мы, так сказать, вещаем прямо в вашем компьютере, в телефоне, или, может быть, у вас телевизор, туда подключается кабель USB, значит, другие входы есть в ваш телевизор. Но я хотел сказать не об этом, пока я снимаю бутылочку. Дело в том, что сегодня ровно 3 года, как мы приняли волевое решение праздновать, вернее, вести эфир, предновогодний, самый настоящий предновогодний эфир, из бань. И, так сказать, из бань издалека, из Подмосковья, мы, в конце концов, перебрались сюда, в самые известные, самые красивые, старейшие бани Москвы, Сандуновские бани. И сегодня мы даже вам, если получится, если удастся, проведем экскурсию. Что такое? Человек просто сомневается в моих возможностях. Я в ваших возможностях, вы знаете, перестал сомневаться давным-давно. Просто этот год унес очень много сил, как у вас, так и у нас. Ничего, сейчас мы наши силы восстановим. Посмотрите, как у нас богатый стол. У нас все прекрасно. Х или П? П. Хорошо. Ну-ну-ну. Саша, здесь же исторический центр. Мы лепнину не попортили. Сейчас лепнину, мне кажется, сломал. Не попортили? Хорошо, не в лампу, это удивительно. Извините меня, я надеюсь, этого никто не видел. Давайте, друзья. Ну что? Танечки налить, пожалуйста. Уже все есть. Уже все есть. Давайте. Ну что, все по-настоящему? Все по-настоящему. У нас настоящая еда, прекрасная, вкуснейшая еда из Сандуновских бань. У нас замечательная наша дружная компания. Настоящие новогодние напитки. Мы вообще... Вот уже который год. Я держать не могу долго. Давай уже, правда. Давай и у нас будет. Тебе-то хорошо. Настоящая уже. Баня. Да? Вот так, да? Все всегда и начинается. Все, ребята, ну с наступающим вас Новым годом! Ура! С Новым годом! Ура! Танечка! Саша. А я? А ты сам себе. Сам собой.